поддержать этот указ. Мы должны везде и всюду проверить, почему чиновники не реализуют данный указ. Тут уже зависит от общества, от каждого родителя. Каждый родитель может и должен не вникать в то, что я сказал, не слушать то, что я сказал. Элементарно выполнить человеческую функцию, элементарную. В парикмахерской идет, ей дают чек, это договор на услугу. В школу сдаем детей, а в школе полвека эксперименты над детьми. И это никого не касается. Значит, для этого надо обследовать в начале учебного года и в конце. При возникновении школьных форм патологии, сколиоз, безрукость, психика, сердце, эндокринные патологии. Это все, имеются документы, что это школьные формы патологии. Предъявлять иск через суд. Это элементарное действие родителей, с чего начинается элементарное право быть родителем и гражданином. Без этого это не граждане, не родители. Это больно мне сказать. Слава Богу, я повторяю, в России нашлось больше 3000 учителей, директоров школ. Это не педагогика, это основа, на которой должна стоять педагогика. О дидактике я не говорил, я только вот об этом маленьком инструменте, который не даст засидеться, даст возможность реабилитировать ребенка. От педагогической усидчивости, от косности тела, от патологий недвижения, от перерождения тканей реактивных, жизнетворных, в костные ткани, пропитанные солями, затвердение после школы почти 90-100%. Так что все в руках в общественности. Все в руках у тех, у кого сохранилось смысл жизни во имя детей и ради детей. Хорошо, что нашлась группа «Пактум». Перспективные молодые ребята, в которых я поверил. Они тоже мне дают одухотворение, веру дают. Вот они разработали, изготовили. Относительно недорого стоит, но цены не мы предлагаем, а завод, который делает. Мы берем все на себя, методику, заказы, гарантированные, научное сопровождение. Должны быть сегодня родители подняться, заказывать для дома, а потом и для школы. А в школу отдавать по договору детей, для исполнения законов. Есть закон об образовании, статья «Школа гарантирует сохранение и укрепление здоровья». Есть статья 28 санэпиднадзора. Школа должна быть только то, что имеет санэпиднадзор, утверждение Онищенко. Закон о здравоохранении, ответственности. Закон о правах ребенка, статья 4. Все содействуют здоровому, психическому, физическому, нравственному. И так далее. Но мы все устремлены непонятно куда. В этом устремлении есть все, кроме часто того, в имя которого мы признаны быть на этом свете. Содействовать развитию и очеловечиванию каждого пришедшего в эту жизнь дитя человеческого.